Президент Евросовета Шарль Мишель с официальным визитом прибыл в Казахстан. Президент Токаев провел с ним переговоры. Стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития зеленой экономики, транспорта и логистики. По завершению переговоров Токаев и президент Евросовета провели брифинг для журналистов. Как сообщил президент Казахстана, Европейский Союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов – инвестиций из Евросовета. Прежде всего, мы учли большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и зеленая энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским Союзом транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций. В свою очередь, глава Евросовета заявил, что Центральная Азия и Европа стали ближе друг к другу. По его словам, в ходе этих переговоров был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека и верховенства права. Шарль Мишель выразил поддержку масштабным реформам, проводимых в рамках построения справедливого Казахстана. Мы говорили и о январских событиях. В это время Россия продолжает нарушать международное право. Мы поддерживаем Украину. Мы должны противостоять милитаризму России.